Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, сегодня 12 Пасхи, это воскресенье, наш хор, храм святителя Спасителя Иисуса, устраивается пасхальный благотворительный концерт. В этом концерте прозвучат те песнопения, церковные, отражающие праздник Пасхи, его многогранность, все те палитры звуков, которыми человек может не просто Бога славить, а может отражать радость о том, что Бог доверился нам в своей правде и истине в празднике Воскресения Христова. Я приглашаю сюда наш хор, хор храма Спасителя Иисуса, что у нас сегодня право. Слушай, подруги, чего?
прощаю за то, что мы шли на друг друга с мечами. Моих же людей, что от сердца отходит, безропотный отдых на небе находит. Ведь Бог проявляет всегда сострадание, и слабой душе не пошлет испытания. Мне верится, что с воскресением Христовым воскреснет добро и настигнет любого. Кто хочет прожить эту жизнь не напрасно, дарите добро каждый день, ежечасно. И если встречаются злобные лица, попробуйте просто за них помолиться. Возможно, покинет их душу тревога. У каждого сердца есть место для Бога. В себе не растите гордыню, презрение. Храните надежду. Имейте терпение. Добро помогает, а зло кусает. Любите друг друга. Христос воскресает. Ликуйте, люди! Люди, ликуйте, пасхальные канты.